Вот на сегодняшний день все, что осталось от былого американца. Баки сняты, осталось снять ресервера, поснимать еще чуть-чуть там проводки. В общем, сегодня чуть-чуть еще доработаю, поснимал тут порожки, вот, посрезал тут печки все гнилые. Вот, еще один остался порог. Ну, тут по мелочи трепануть еще так на пару часов работы. И все. И до весны. Ждать своего звездного часа. Фу-фу-фу. Сейчас проводку посматываю в кучу, позгребаю. Так что очень-очень много цветного металла. Все, что осталось. Все хлам. Ни разъемы не откручиваются. То есть пробовал разъемы снимать. Бесполезно. Ни бобка, они не берутся. Вот. Ну, по креплениям я уже рассказывал, показывал. Вот это, по всей видимости, родная проводка. Тут оставалось какие-то разъемы на двигатель, наверное, туда на мозги шла. Вся эта фигня. Но я ее как бы оставлю, потом меньше будет. Значит, тут здесь разобрал. Тут на свет идет. В общем, попробовал эти разъемы раскрутить. Не знаю, может позаливать их. Вот. Все ужасное, все ужасное. Вот это все буду вытаскивать. Все тут вот печки. Может кто-то что-то подскажет по печкам. Какие? Ну я буду полностью ставить сюда, я не знаю, блин. Камазовскую, наверное, в салон. Или с иномарки с какой-нибудь. Чем осталось еще там на пару часов, но уже темнеет. В общем, вот так, вот такой интер на данный момент. Пока видео сейчас не будет. Завтра еду в рейс, так что пока все.